огромное спасибо и работникам самой библиотеки, потому что сколько слез здесь пролит руководитель, знают немногие, наверное, но тем не менее, значит, это было так, и я думаю, что все это окупится и окупилось уже, сторится на сегодняшний день, уже можно просто улыбаться, не нужно плакать, не нужно. Вот подрядчика, кстати, нет, что-то. Да, в принципе, наверное, люди в этом плане или испугались, не испугались, но мы уже как бы вроде боевую часть закончили, значит, можно было сказать тоже спасибо и самому подрядчику. Все равно, в любом случае, он старался, он делал, и по времени, значит, не его, в принципе, основная вина, то, что у нас немного затянулось сам ввод вот библиотеки, там, в общем-то, и наша вина, и как бы тоже спасибо нам нужно было сказать огромное.